Всем привет, добрый день. Наверное, скорее всего, потому что время уже такое послеобеденное. У нас сегодня целый день темно. Вот как с утра темно, так и сейчас темно. Непонятно, сколько времени вообще. Вот прям темень такая. Это, знаете, как в Мурманске, там полярная ночь у них, и у них постоянно темно. То же самое у нас прям такая вообще. Иду сейчас кое-куда по делам. Надо кое-что сделать. Вот. Несмотря на то, что сегодня как бы ноль, но вот холодно. Ой, смотрю, маму отличненько, а я, ребят, просто в шоке. Она так радуется. Сейчас вот смотрел сторис ее этот. Меня телеканал ТНТ репостнул. Смотри, сколько радости. Вот когда я... Вот я Путина увидел, да, вот. А она вот на канал телеканал ТНТ. Смотрите, как ее так нашли. Вот, она там хочет... Ну, смотрите, как она продвинулась. Ее теперь по всем каналам показывают. Личное приглашение Киркорова было, с Жуковым она встречалась. Кого она там еще видела? Смотрите, как она себя на этом хайпе-то раскрутила. Вы видите как? Респект ей за это. Несмотря на то, что я говорю, каждый в блогерстве пробивается как может. Кто-то ее осуждает, кто-то делает на нее пародии, кто-то ее оскорбляет, что она может быть не такая, не сякая. Но однако, посмотрите, как человек пробился. Вы видите как? Ее теперь все знают. Вот это вот настоящее блогерство. А не то, что некоторые блогеры там сидят, других оскорбляют, хайп на этом пытаются сделать, а толку ноль. Не, этот бесполезно, ребят. Так что вот такие вот дела. Позвонили сегодня. У нас жил молодой человек, он переехал, электрик. Хороший такой парень, но пьет. И вот сейчас вроде подшился, у нас, короче говоря, в прихожей перегорело. Там что-то с электричеством, в общем, долбанула лампочка. И вставляешь вторую лампочку, и появляется искра, и ее как бы выбивает. И надо смотреть, что там. А мы хотим... Мы хотели там давным-давно еще ремонт делать. Вот. Вон, ребята, пошла сзади бабуля. Это, короче, бабуля, которая со мной стояла, когда мы ждали президента. Вот. Она меня, наверное, не вспомнила. Вот тоже, вот смотрите, стояла вот бабуля, да? И все прибеднялось, как она бедно живет, как у нее денег нету, а сама ходит в новый дом. Вот у нас, которые этот дома построили, вот этот новый дом. Еще говорила, вот у меня денег нету, мне жить не на что, а сама квартиру к себе в новом доме. Потому что я ее в первый раз, когда видел, я еще подумал, что это она. Вот, а живет она на улице Подвойского. И представляете как? Вот тоже люди, смысл какой прибедняться. Ну ладно. Ну и, в общем, короче говоря, наверное, в офисе была. Ну и, в общем, короче говоря, позвонили ему. Он сейчас бросил пить, все, подшился. И пообещал, что завтра-послезавтра придет нам электрику, посмотрим. Что электрику надо делать. Мы сидим в прихожей без света, у нас лампочка одна горит. Так что, ребята, вот такие дела. Ладно, все, пойду сейчас решать дела. Это и у меня уже рука замерзла. Капюшон, что-то у меня криво. Так что вот. В общем, ребята, иду я обратно, ничего у меня не получилось. Ну, то, что я хотел. Ходил я в Сбербанк. В общем, там надо было кое-что решить. Слушайте, вот я вообще в шоке. Вот берешь у них когда кредит, тебе кредит берут под 20, дают процентов, под там 18, 15. Мне тут предложили по кредиту 100 тысяч взять под 22%. Я говорю, представляете, сколько переплата будет? Вот. А сейчас вот по вкладу, у меня есть сберегательный вклад, мне сказали, что вот после того, как пойдет по новой он, то есть, да, я буду его продлевать, то там процент еще снизится. Представляете, там чуть ли не 3%. Копейки какие-то. Нет, понятно, что там хоть что-то капать, но все равно это очень мало. А кредиты берешь под большие проценты. Вот этот Герман Греф, конечно, у меня тетя, когда работала в Сбербанке, она мне рассказывала, что такое творится там просто. О, господи, боже мой. Что здесь такое? Это трактор или что? А, это асфальтоукладчик. А, это его хотят погрузить на грузовик. О, громко так. Сейчас пройдем, а то не слышно ничего. Вот, ну и в общем, короче говоря, вот ты берешь кредит когда, да, тебе, я говорю, под такие проценты, а на вклад копеечный. Раньше, помню, у меня мама рассказывала, они когда деньги клали, то там процент хороший капал, а сейчас вообще ничего.
вот сколько уже денег лежит, а там по мелочи какой-то капает. Ну ладно, пусть они там и лежат, мне они сейчас не нужны, это у меня на машину копится. Вот, но все равно. Конечно, Сбербанк это, а перекладывать в какой-то другой банк? Мне предлагали и в Райффайзен, там чуть ли не под 7%, но я боюсь эти все банки. Ладно, уж тут лежит и лежит, там будет видно. Так что, ребята, вот такие дела. Обратно иду, что-то вроде теплее стало. Не знаю. В общем, короче, вчера еще созванивались. Договорились на воскресенье. Будем снимать видео для Первого канала. Все-таки нашлись ребята с Первого канала, какие-то журналисты, репортеры, которые решили взять наше видео и распространить его. То есть нас должны будут по телевизору показать, потому что, ну, мы не знаем, да, уже что делать, потому что везде палки колеса вставляют. И пока он сказал, мы не будем это все на всеобщее обозрение, то так это дело и застопорится, а время капает. Вот на следующей неделе будет два собрания, сами понимаете, да, что это такое. Не особо там разгуляешься. Вот. И люди боятся, что получат по 3 квитанции. И плюс сказали, что вот эта управляющая компания новая, которая хочет нам навязать свои услуги, это дочерняя компания нашей доверия вот это, потому что у них даже практически логотипы одинаковые. Так что представляете, да, ребята? Вот так вот. В нашем новом доме, в красивом, тоже навязали какую-то управляющую компанию там снизу морочки. У этих вот, у трех новых домов, у них там ЖКС номер 2, который находится чуть ли не на Пролетарской туда куда-то далеко. То есть, короче, тоже надо им ходить. В общем, везде какие-то заморочки. А вот в новом доме так вообще. Вот ты, вот у меня мама племяшка, мамина племяшка, племяшка мама, в общем, въехала в новый дом, когда в Кудрово. И тоже, я говорю, а как у вас там, что, кто, управляющая компания? Я говорю, а как вы можете? То есть они въехали, и уже была управляющая компания. То есть ее никто не выбирал. По идее, жильцы должны сначала въехать, а потом на общем собрании решить, какая у них будет управляющая компания. А им уже навязали эту управляющую компанию. Хочешь ты ее, не хочешь, но договор уже на возьми, получи, распишись. Вот это тоже, мне кажется, что неправильно. Ну вот, ребята, вот так вот. Ладно. Вот сегодня машины все забрали. Якобы вот он дорогу почистил этим щетками. А грязь как была, и всю грязь только вот смел на тротуар, и все. Так что пахнет, пахнет, знаете чем? Тушеной капустой, видимо, кто-то что-то готовит. Так что, ребята, вот так. Не, ну вот в этот вот новый дом, вот в эти вот три новых дома, я бы не хотел бы туда переехать, потому что у них вот эта вот плита, и больше ничего нету. Внутри, я не знаю, есть у них там какой-то утеплитель или нет, но стенки очень-очень тоненькие, и, ребята, нет, это нереально здесь, конечно. Ну вот, видите, уже машины стоят. Все стоит, как бы люди уже заселились какие-то. Ну нет, я лучше в старом фонде, лишь бы только вот нам бы ремонтик бы сделать, подделать все, трубы канализационные заменить, и было бы все нормально. Так что вот так, ладно, ничего не получилось, пошли домой. Так, ребята, приходила соседка и принесла нам подарок на Новый год. Вот такие вот огурцы, помидоры, и мы видим здесь, что тут еще, лавровый лист и чеснок. Перец горошком, ну вот я вижу чеснок, все, это говорит о том, что я это есть не буду. Вот, как вы знаете, у меня аллергия на чеснок, причем она стала у меня не так давно. Я не могу дышать запахом чеснока. Если я где-то в продуктах, если есть где-то в каком-то блюде чеснок, я сразу его почую. Вот, допустим, жареная курица или жареное мясо, если где-то добавлен чеснок, я сразу это учую, и я есть это не буду. Вот все. Я не знаю, почему у меня так произошло. Это вот недавно, буквально там несколько лет назад. В детстве у меня такого не было. Я не знаю, может быть, это организм как-то так перестроился. При том, что маринованный чеснок я могу есть ведрами. Может быть, это на запах, потому что такого запаха в маринованном чесноке нету. Я не знаю. Ну, вот это вот, короче говоря, я не признаю вообще этот запах. Все, я как чувствую запах, все, мне становится плохо. Ну и вообще, в принципе, я даже вот когда, вот знаете, вот люди покупают возле метро или вот по дороге едут, у дороги продают соленья, закрутки, я стараюсь такие вещи не покупать, потому что я вообще брезгливый человек. Я не знаю, какими руками это сделано. Вот,
мыто, не мыто, дезинфицировано, не дезинфицировано. Я не говорю конкретно про эту банку, а вот вообще у чужих людей, которых мы не знаем. И как-то вот, ребята, не знаю, я, честно сказать, не покупаю. Даже раньше мы в детстве покупали козье, коровье молоко вот, на дороге, а потом перестали, потому что отравились как-то раз молоком, ну, потому что не все честные люди, не все там через марлю это молоко пропускали. И, в общем, короче говоря, больше мы не покупали. Поэтому я лучше вот своего производства. Мы сами там, если баночку огурцов закрутим, или, допустим, там капусту свою. Вот. А так нет. Я даже вот в гости, если прихожу, я очень привередлив. Я вот такой вот брезгливый, привередливый человек. Я не все ем в еде. Поэтому в гости, когда прихожу, я вот себе там как-то, знаете, как курочка по зернышку что-нибудь положу. Там, если есть оливки, что-нибудь вот такое. Там, если есть просто картошка или там кусочек жареного мяса, что-то такое. Вот я не... Потому что я не ем колбасу, например. Я не ем сосиски. Я не ем, вот для меня очень сложно, когда если куда-то ехать, люди берут с собой бутерброды, допустим, с колбасой, да, я не знаю, что взять, потому что я ее просто не ем. Ну, вот такой вот я человек. Поэтому я вот в основном булочки, всякая сдоба, сок, шоколад, вот это вот, ну, вот такое все. Я могу взять просто там яблоко или просто огурчик, например, там помидорку, ну, вот так вот. Поэтому, ну, такой вот я человек в такой виде. Так что вот, ну ладно, это-то пойдет банка на Новый год. Папа там, он любит очень и под закуску, и нормально пойдет. Так что вот, целый день у нас сегодня вот такая вот темная погода. Уже время практически к вечеру, а как вот было на улице, так и осталось. Так, ребята, еще знаете, что хочу вам показать? Вот такие вот купоны. Это нам давали книжечку в ленте. И там вот книжечка, купон. Какой тебе нужен купон, ты отрезаешь. И вот какие есть купоны. Что мы отрезали, на что пригодятся купоны. Сейчас мы их разложим, вот так, как карты. И посмотрим с вами, что предлагает. Это не все купоны, там их очень много, там еще на разные виды вина и прочего. Вот, ну вот те купоны, которые вот бокалы, это мы с собой брали, но ничего из этого не купили. Нам нужны бокалы, вот 50% скидка, но что-то мы не особо нашли хороших бокалов. Соусы, кетчупы именно Паладин, я не знаю, что это за кетчуп, я беру только Хайнц, вот, поэтому тоже не стали. Потом, что еще? Сыры ТМ Кабош или Кабош, но это, скорее всего, Кабош. Ну, не знаю, как правильно, может, кто-то знает, тоже вот 30% скидка. Пельмени Цезарь, но вот что-то на пельмени вообще не было Цезаря, там была Сибирская корона, а Сибирская корона не очень вкусные пельмени. И Цезарь, кстати, тоже не все вкусные пельмени, надо смотреть, какие, тоже ничего не купили. Зубные пасты только White Glow или Glow, White Glow тоже нет. Ну и электрогирлянда, электрогирлянда нам не нужна. Поэтому мы тоже ее не брали. А сейчас посмотрим, может быть, книжечка. Нет, книжечки здесь нет. Наверное, уже куда-то ее дели. Так что, вот, кому надо, если у кого-то дали книжечки такие, да, вот можете брать с собой купоны, и вам будет скидка. Вот на 50% скидка на гирлянду. Если она, допустим, стоит 400 рублей, вам она обойдется за 200, можно купить. Так что вот так, ребят. Пользуйтесь, кому нужно. Слушайте, ребят, так удивительно. Вот я говорю, целый день, что вечер, что утро, что день, все одно и то же темень. Бегу сейчас в магазин, надо кое-что купить, а потом за племяшкой все-таки сегодня тоже надо его забрать, мама не успевает. По поводу, слушайте, наших жильцов, ребят, я просто вот в тихом шоке. Ну, я бы сказал, конечно, по-другому, но не буду. Сегодня кто-то, видимо, позвонил, нажаловался или что, я не знаю. И пришли, короче говоря, во все подъезды и стали мусорки чистить, на первых этажах стали там что-то подметать, мыть. И соседка у нас выходит такая, ну, которая, в принципе, как бы забыла переход в ТСЖ, а теперь говорит, слушайте, а может мы пока не будем ничего делать? Они вроде как начали работать. Я говорю, что они начали работать? Вот что? Что они начали работать? Что они начали делать? Вы не можете объяснить? Свою работу, которую они должны были делать, слушайте, как грязь такая, не пройти нигде. Я говорю, что они делают? Они обязаны подъезды убирать, мыть, потому что им за это деньги платят. Прямо можно подумать, я говорю, работаю. И вот опять же, ну не знаю, ну в итоге все равно коммуналку платить надо. Потому что типа это самое, они же работают. Я говорю, ну платите, я говорю, мошенникам в карман складывайте, ради бога, кто же заставляет. Я лично не собираюсь, потому что я говорю, работа не выполняется. То, что они раз в 3 месяца пришли тут и мусорку убрали, и на первом этаже подмели, это все фигня. Блин, грязь такая, ребят, слушайте, вообще нигде не пройти. Где не пойдешь, везде грязюка. Пипец. Ты не забыл? Мочалку не забыл. Мочалку ты не забыл? Ну, бассейн, все, тетрадку. Все, пошли.
А то побежал, все забыл, и тетрадку, и все. Надо ж брать. Ого, на дорогу не бегай. До ворот только и обратно. До ворот и обратно. Сегодня к вечеру тепло, а то днем как было холодно. Так, ну что? Ну, а я не могу, потому что у меня рюкзак твой. Так, на дорогу не бегай. Так, стоим. Давай мне руку. Пойдем через дорогу. Так, ну что, стихотворение тебе не рассказал? Нет, еще у нас праздник, а мы еще... Так нет, вам же сегодня, мама сказала, что сегодня будут вас спрашивать. Да, я уже все, на олене. И в палках красных, он приехал явно. Несмотря на мороз, веселился, мы были наши Дед Мороз. Подарил подарков, вот, но потратил и в Америку. Молодец. Вот смотрите, ребята, стоит машина с разбитым зеркалом. И позавчера была записка. Вчера иду, записки нет, зеркало на месте. Сегодня опять зеркало сломано, записки нет. Видимо, тут какие-то дорожные войны. Как я уже сказал стих. Молодец. Запомнил слово, поторопитесь. А то вчера не мог выучить. Поспешите, поспешите, она там поторопитесь. Куда он едет? Сюда? Поспешите, поспешите, а он все поторопит. Ой, наоборот. Надо поторопитесь, а он поспешите. Ну вот, выучил. Но вообще, конечно, ребята, вы знаете... Давай руку. Стихи какие-то им задают учить, сумасшедшие. Ну а вы как там? Ну а вы поторопитесь, да. И в Америку спешите. Причем здесь Америка? Я не понимаю, Дед Мороз, Америка. Если уж начнем того, то Дед Мороз в России, а в Америке Санта-Клаус. И потом, почему в Америку спешите? Какие-то политические... И в России пишите. Да, да, вот надо было в Россию, да. А то в Америку. Представляете, какие-то политические... Причем здесь Америка? Мы русские, как правильно Жириновский сказал Владимир Вольфович? Мы что, русские? Да, а кто мы? Мы русские. Как он сказал, вы русские, вы в России родились, вы должны в России жить, работать, и тут в России, извините, копыта отбросить. И не ехать никуда. Я всегда говорю, хорошо там, где нас нет. Можно приехать на экскурсию куда-нибудь, но не более того. А когда говорят, я поеду жить в Австралию, потому что в Австралии там так все круто. Ну, не знаю, может быть, там и круто, но кенгуру кормить как-то тоже не очень хочется. Не знаю, я бы ни за что не уехал. Я уже привык здесь жить. И несмотря на те проблемы, которые у нас есть, я уже не хочу отсюда никуда уезжать. Так что вот так. Ну что, пошли домой. Все. Идем, ребята, домой. Вот наш рынок. Кстати, я не знаю, я не помню, вам показывал, не показывал. Говорил, что вот в этом рынке снималась интердевочка. Кто интердевочку смотрел? Вот это наш знаменитый рынок. Это не тебе. Тебе еще рано такие фильмы смотреть. Вот, кто интердевочку смотрел, вот это, на этом рынке все снималось. Ну, я, по-моему, как-то рассказывал, я уж не помню, что я говорю. Так что вот так. Ладно, все, мы пойдем домой. Вот, что мы, Максим, пожелаем людям? А людям мы пожелаем хороших выходных, потому что уже завтра суббота. У нас два выходных, суббота и воскресенье. Да, так что поскажи всем пока-пока. Пока-пока. Все, всем хороших. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи, и всем хороших выходных, и всем пока-пока. Я хотел вам сказать, дорогие мои, какой был я счастливый, таким я остался. А прежде чем чистить свою душу, браться за меня своими грязными комментариями, то сначала причаститесь сами. Ой, не могу. Я причёсываю, как бы,